Всем привет! Вот и наступил этот долгожданный день. День рождения моей дочери Миланки. Сегодня ей исполнился ровно годик. Представляете? Да, время очень быстротечно. Хотя кажется, что это было только вчера. Это очень важная дата для нашей семьи. Поэтому я захотела запечатлеть этот день в виде этого ролика. И очень хочу, чтобы вы тоже прочувствовали эту атмосферу праздника. Поэтому давайте по традициям запасайтесь всякими вкусняшками, кофейком, чайком, а лучше мороженкой или всякими охладительными напитками, потому что в такую жару просто по-другому никак. И давайте начнем ролик с того, что посмотрим, как она менялась, взрослела, умнела на протяжении этого года. Ты у меня самый главный жизненный смысл, самый чистый голос души, самый близкий мой человек. Дочка моя, мой цветочек, ангельский твой голосочек, смех озорной, как ручеечек смоет печаль. День, как и ночь, будут вечный жизненный путь. Путь наш млечный, звезды горят, гаснут свечи, любимая дочь. И у тебя дети так же, как я. Будешь петь им, ты моя дочь, ты мой бриллиантик, любимая дочь. Ночь пролетит незаметно, утро наступит, и мгновенно ты прибежишь и обнимешь теплой рукой. Папа, мне скажешь, улыбаясь, я в тот же час просыпаюсь, Боже, дай счастье нашим детям чуть больше, чем нам. День, как и ночь, будут вечный жизненный путь. Путь наш млечный, звезды горят, гаснут свечи, любимая дочь. И у тебя будут дети так же, как я. Будешь петь им, ты моя дочь, ты мой бриллиантик, любимая дочь. Как и ночь, будет вечный жизненный путь. Путь наш млечный, звезды горят, гаснут свечи, любимая дочь. И у тебя будут дети так же, как я. Будешь петь им, ты моя дочь, ты мой бриллиантик, любимая дочь.
рисовала мир, ты была бы самой счастливой. Знаешь, он так бы тебя любил, даже больше, чем ты просила. Я бы хотела в глазах твоих только радость чистую видеть, чтобы ни люди, ни дожди не могли бы тебя обидеть. Читай по моим губам, я все за тебя отдам. Ты же лучше меня, ты красивее меня. Ты же солнце точь в точь, ты же лучше меня. Рисовала мир, ты была бы самой счастливой, и улыбалась бы чаще ты, никогда, никогда не грустила. Я бы тебе сочинила жизнь без одной единой слезинки. Я бы тебе дарила дни ярко-желтые, как картинки. Читай по моим глазам, я все за тебя отдам. Ты же лучше меня, ты красивее меня. Я твердить не устану, ты же лучше меня. Ты добрее меня, ты моя мама. Вернемся в сегодняшний день. Миланка, с днем рождения тебе, моя красавица! Всего тебе самого-самого хорошего! Давай нашу песенку. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, с днем рождения! С днем рождения, Миланка, тебя! Смотри, какие цветочки папанька твой купил, да? В честь твоего дня рождения. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. Вот так вот проходит начало дня рождения. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ж робиться? Что-то сегодня не настроение, плакунькает постоянно, глазки красненькие. Ой, собираться, конечно, одно удовольствие, скажу, с таким вот, когда у ребенка такое настроение. Еще сегодня у меня были муки выбора одежды, заранее не подготовилась, было много дел. Подбирать одежду надо так, чтобы и кормить было удобно, и чтобы нарядно. Ну, короче, тоже в панике была, с ума сходила. Ко-ко! Кукарику! А кто тут у нас ходит, Миланка? Кто тут у нас ходит, а? Ой, умничка-то какая! Ходишь, да, уже? Саша опять сделал свой фирменный молочный чай. Фёкор за нами специально приехал на машине. Загрузили кучу вещей в неё. И будем сейчас ехать на локацию. Наконец-то Миланка уже подуспокоилась немножко. Шла на руки к другим людям. Куча еды, куча вещей. Будто бы заехать, да еще. Nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon.
If I could lay down beside you, I would, I would. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you. Выносим вещички, беседки. Так, вот это, похоже, наша беседочка. Сейчас буду ее украшать. Вот с Миланочкой тут обходим местность, присматриваемся, что к чему я буду развешивать. Саша со свекром приносит сюда вещи. Все, уже весь декор развешивала, но без траблов, конечно, не обошлось. У меня лопались шарики. Растяжку выкручивала на ветру. Шарики опять лопались. А еще их ветром сносило в речку. Привет! Спасибо! 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 Спасибо большое. Гости постарались, даже подарили открыточку с единорожком в тему дня рождения. Приятненько. Спасибо. Привет. Здравствуйте. И святом. Ну, почти все гости уже и приехали. Еще остались некоторые с Сашиной стороны, а с моей уже все. Идет распалка дров, подготовка к шашлыкам. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Черный, белый, серый, кому какой. Спасибо. Нет, вот,
Миланка, с днем рождения. Ну, с днем поздравляем рождения. Тебя. Первый год прошел так незаметно. Да. Для нас. Ты растешь, развиваешься, молодец, все в порядке. Родители. Так держав таким темпом. Чтобы это родители, дедушек, бабушек. Недавно привезли с роддома уже на тебя. С днем рождения. Да. Как быстро видите. Привет, привет. Да. Так что не сортер. Угу. Да. Прикольно, спасибо большое. Вообще. Это ведущий такой. Да, я не люблю. Это масенькая подушечка. Угу, прикольно. Шашлычок тут готовится. Вчера по телевизору. Царица на своем престоле сидит. Царица Анастасия. Ваше Величество. Уже поели, а овощи нарезать забыли. Ну вот мамуля решила взять это ответственное дело на себя. Что тут шашлыки все жарятся и жарятся, никак не дожарятся. Миланка, он спит до сих пор. Пускай растет большой. Молочный чай такой. Красивый, но не будет вообще. А что большой не будет лапшой? Никто ей лапши на уши не навешает. Ура! Погодка сегодня хорошая. Дождик пошел. Хоть бы мой декор там не намок, а то он же бумажный. Капельки, видите, на воде. Итак, сейчас будет одна ромашка. Каждый отрывает лепесточек, сзади читает вопрос. Если знает ответ, отвечает. Если отвечает правильно, я даю такую медальку. Если не знает, то кто знает, быстренько отвечает. Кто наберет больше вот таких медалей, тот получает лучше. Читай вопрос. Вот какого животного родилась Миланка? Так. Да. Да, да, да. Да. Читай громче только. Что там? Что читаешь? Жизнь и отчество бабушек Миланки. Ну, Ирина Анатольевна и Людмила. И все. А кто знает весь ответ? Я знаю. Говори. Людмила Ивановна. И правильно. Все. Где родимое пятнышко? Где-то на ноге. На какой? На левой. Да, я угадаю. Ну, примерно в каком месте? Ну, на левой ножке, на ноге. Ну, выше, ниже где? Вот, смотри, вот здесь нога, да? Вот на левой ноге, это на всей ноге. И уже родимо пятно на всей ноге, что где-то... Какая разница, нога же левая. Ну ладно. И считается, она в принципе правильно ответила. Ну ладно, так и будет так. Хай мама, я Нет, папа. Мы еще помним. 2450, 48. 48, 2600. Мы готовимся. 2650, это вес? Она готовилась просто. Все вопросы там выписывала, искала ответ. Андрей, привет. Так, а вдруг ты должен посидеть? Там нет двух. Арина. И? София. Да, Арина и София. На тебе. Медальку. Имя и отчество дедушек Миланки, кто знает? Саша.
Леонид Васильевич и Виктор... Быстрее отвечай! Архипович? Архипович, все правильно. Вот, Саша молодец. Готовился. Сколько лет было маме? О, легенький вопрос. Сколько было мне лет при рождении Миланки? 25. А сейчас? Саша, отрывай. Это по второму кругу еще пойдет, да? Да. А горячие открылочки, кто будет открыть? Когда крестили? Ответ никогда. Блин. Да правильно, ты молодец. Отрывай, Наська. Так, хорошо. Так, любимая еда Миланки. Молоко. Какое молоко? Коровье? Козье? Видела. Мамино молоко. Хорошо, грудное, да. Ну-на, ладно, заслужила. Дальше. Иди оператору. Она там не поможет. Давай сюда. Срок беременности при рождении. Все 40 недель, да? Какого цвета глазки у Миланки? Серые. Маша и медведь. Правильно. Маша и медведь, правильно. Это мама отвечала. А теперь за папу. Сколько зубков у меня? 24, да. А так нужно будет 32. А сколько родилась мама? Во сколько родилась мама? По 12. 11. 30. 26. Блин, что за подсказки? Короче, да. Было 12. Ну, короче, пока ты думала, ответила. Она первая ответила. А что, так мама сказала? Она точно сказала. Что, 12:30? 11:26. Ну, это было уже после того, как приехала. Не, мама первая сказала. Сначала Алина вообще сказала. Твоя мама сказала 11:30, а Алина сказала... Ну, вообще, было бы честно, если бы никто не выкрикивал бы. Ну, так вот, с самого начала, а то как-то нечестно. Какой день недели родилась Миланка? Какой день недели родилась Миланка? Ну, давайте пока молчим, пусть секунду отвечают. А, я знаю. Суббота. Так, когда вылез первый зубик? Угу. 6 месяцев? Нет, еще варианты. 9 месяцев. Нет, еще варианты. 7 месяцев. Еще 6, варианты. 6. 8 месяцев. Когда вылез первый зубик? В 9 месяцев. Нет, неправильный ответ. 8. Нет. А вы тогда в 10. Да, в 10. Ладно, все, вам медалька. А теперь подсчитываем количество медалек. 5. Ну все, вы выиграли приз. Сейчас несу. Это вот вам приз. Не зря писала. Гости, запоминайте. Все. Какие же там подарочки? Полотенечко и... Вот такие стаканчики, чашечки стеклянные. Ура, поздравляю! Чтобы на ее пути попадали всегда люди добрые, которые помогали бы ей по жизни, на которых можно было положиться, опереться. И чтобы она радовала родителей своими успехами. Родители, конечно, чтобы радовались. Катюшка здесь играется в песочке. Пишет Миланке письма в будущее. И Миланка как раз сейчас проснулась уже. Думаю, потом положим это в конвертики, эти письма, и она потом через время их почитает. А
я Миланке тут уже приготовила вещички для гадания на профессию. Итак, сначала это градусник, значит, это будет врач. Компьютерная мышка – это программист, кисточка – художник. Деньги – типа бухгалтер или финансист. Ручка – писатель, да. Да, ложка – это повар, телефон – это бизнесмен или там руководитель. Расческа – это визажист, стилист такой вот. Сейчас будем смотреть, что же она выберет. Ну что, я вас сейчас приглашаю на ту локацию, будем смотреть, что Миланка за профессию себе выберет. Пошлите. Ну что, кладем Миланку? Сади туда, в серединку. Что, все уже складываются? Да. Итак, Миланка, выбирай себе профессию. Миланка! Миланка! Что они все хотят? Выбирай, Миланка. Выбирай. Не, смотри, все на ней смотрят. Сначала на яблочке подивилась, а все интересно. Выбирай, выбирай, Миланка. Это слишком, она спокойная. Миланка, выбирай, выбирай, что ты хочешь. Смотри, сколько игрушечек. Да, бери, бери, бери. Кассиром будешь, банкиром, что ли? Нет. Это не... Миланка, выбирай. Не бойся, и бабушка сюда. Не хочет она работать никем. Писательница. Так она и во вторую руку что-то взяла. Что-то. Нет, это кисточка, а это ручка. Выбрала творческие профессии. А теперь давай выберем, с какой судьбой. Давай. Также я и подготовила еще вещички для гадания на судьбу. Это что-то типа витаминок, это чтобы у нее было крепенькое здоровье. Вязальные нитки, это для долгой жизни, да, для длинной жизни. Книжечка, это для мудрости. Ключики, это для благосостояния. Что-то отвертка, это что, типа, она, у нее золотые ручки, там мастер на все руки такое, что она, типа, много чего умеет. И конфетка, это сладкая жизнь. Сейчас тоже посмотрим, что она выберет. Ну куда? Подожди. У тебя будут золотые ручки. Ты будешь умелицей, да? Ну, творческие профессии и золотые ручки. А вот и тортик к нам приехал. Привет. Какая красотища. Угу. Торт со свечками, подарки, поздравления! Этот праздник наш любимый! День рождения! Этот день всегда так ждут все мои друзья, чтобы громко мне пропеть с днем рождения! Мы желаем радости и счастья, а еще удачи и любви. Пусть тебя обходят все напасти, пусть мечты сбываются твои. Мечты сбываются твои. Сладкий стол начался. Тортики вкусные. Это испекла моя двоюродная бабушка. А этот тортик мы делали на заказ. Ну, нам делали на заказ. Не пойти ли с ними скупнуться? Водичка хорошая, я там мыла руки, знаю. Походу Катюшке не понравилась вода, или глубоко там, что там, непонятно. То туда, то сюда. Боится трусишки намочить.
Ксюху, у нее все было только хорошо. Чтобы она росла здоровенькая, счастливенькая. И только радовалась моих родителей. Вот это Олег мажорчик. Кальянчик себе заказал покурить. Уже собрались, все со стола уже убрали тоже, вещи собрали, уже собираемся домой. Все, пока-пока. Пока. Эй-эй, не разливай. У меня тут целый цветник из подаренных цветочков образовался дома. Так приятно. Будут меня долго еще, наверное, радовать. Надеюсь на это, конечно. Праздник закончился. А хлопоты еще нет. Вот гора посуды, там куча хламья, целый холодильник еды. Ну что ж, мне было очень приятно поделиться с вами этими драгоценными моментами нашей жизни. Надеюсь, вам тоже так же понравилось, как и мне. Рада была каждому, кто посмотрел этот ролик, кто поставил лайк, прокомментировал. Я всегда читаю все комментарии и на них отвечаю. Поэтому пишите, пишите больше, делитесь своими впечатлениями. Я это очень сильно люблю. Ну что ж, мои дорогие, встретимся в следующем ролике.